Распространены лебеди в Евразии, Северной и Южной Америке, в Австралии. Обитают эти птицы по берегам водоемов, причем могут селиться как на относительно небольших речках и озерцах, так и на берегах крупных водоемов, в морских лагунах и лиманах. Все виды лебедей условно можно разделить на две группы. Северные виды предпочитают жить в умеренном поясе и чаще всего встречаются в тундре и северных лесах. Южные живут на озерах и болотах тропической зоны. Южные виды оседлые, а северные – перелетные. Евразийские виды лебедей зимуют в Средней и Южной Азии, Индия, Каспийское море и в Средиземноморье. Американские лебеди проводят зиму на Калифорнийском побережье и во Флориде.